Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим очень вкусную закуску – куриные желудочки по-корейски. Эту закуску я впервые попробовала в гостях, и она мне очень понравилась. Теперь я часто на праздники готовлю такую закуску. Итак, нам потребуется 700 грамм куриных желудочков, 1 крупная луковица весом 150 грамм, 2 дольки чеснока, столовая ложка 9% уксуса, столовая ложка подсолнечного масла для жарки лука, 3 столовые ложки соевого соуса, черный перец и соль. Лук порежем достаточно крупно, разрезаем на половинки, а дальше полукольцами. Вот таким образом. В чашу мультиварки наливаем столовую ложку подсолнечного масла. Выбираем режим жарка, вид продукта, овощи. Нажимаем старт. Ждем, когда масло нагреется. Масло нагрелось, отправляем обжариваться лук. Обжариваем лук до мягкости. Прошло 7 минут, лук полностью обжарился. Отключаем режим жарка. Лук достаем. В чашу мультиварки выкладываем промытые желудочки. Желудочки заливаем водой, чтобы вода полностью покрыла желудочки. Примерно на 1 сантиметр выше уровня самих желудочков. Таким образом. Солить желудочки не надо. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем режим тушения. Вид продукта мясо. Добавим время. Нам необходимо 2 часа. Нажимаем старт. Через 2 часа желудочки будут полностью готовы. Прошло 2 часа. Вот такие желудочки получились. Желудочки порежем длинными полосками. А готовый бульон, он нормальный. На нем можно сварить суп или заморозить, чтобы потом добавлять другие блюда. Желудочки нарезаем не очень крупно. Вот таким образом. В порезанные желудочки добавляем измельченный чеснок. Добавляем жареный лук. Добавляем 1/3 чайной ложки черного молотого перца, чайную ложку соли, 3 столовые ложки соевого соуса, и столовая ложка 9% уксуса. Все хорошо перемешиваем. Убираем желудочки в холодильник и даем настояться 5-10 часов. Вот такая в меру острая и очень вкусная закуска из куриных желудочков у меня получилась. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!